Если традиционные банки не будут готовить революцию, то тогда революция накроет волной эти традиционные банки. Передовая криптовалюта «Призм» – это совершенно новый взгляд на концепцию денег. Это для нас, ребята, была очень плохая новость. Вот мы загрустили, когда мы это увидели. Простота использования и справедливость являются основными критериями, на которых базируется концепция «Призм». Она нарастает, она приближается к нашему дому. И мы не избежим ее, нам нужно это понимать. Передовая криптовалюта «Призм» по сути своей не является спекулятивным биржевым инструментом. Люди будут еще зарабатывать деньги, но спекулянты с этого рынка уйдут. В первую очередь, это простой и удобный инструмент для совершения любых P2P сделок. Банкам места нет. Но нужно понимать, что платежной системой «Призм» станет только после того, как будут добыты 6 миллиардов монет, и процесс парамайнинга остановится. На моей памяти это единственная технология, которая сама себя финансировала. Основной вопрос, который сейчас ставит перед собой каждый, кто соприкасается с «Призм», это сколько монет будет у меня в кошельке в день, когда остановится парамайнинг? И какова будет стоимость и ценность «Призм» внутри сообщества? Ответ на этот вопрос нам дает само понимание концепции «Призм» и тех принципов, на которых она основана. И все. И действительно, мы все накрылись. К сожалению, мы никогда не знаем, кто будет следующий Сбербанк, понимаете? Мы не против. Нам все равно. Рано или поздно ты будешь банкротом.